После закрытия ряда предприятий в промышленной зоне многие ульяновцы остались без работы. Многофункциональные центры Ульяновской области готовы принять на работу всех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также студентов последних курсов, выпускников школ, средних специальных и высших учебных заведений. Многие приходят сюда, знаете, вот уже проработав, имея какой-то багаж, опыта, знаний, хотят вот полностью изменить свою жизнь. И мы готовы людей переобучить и, в общем-то, да, предоставить им возможность вырасти в нашей корпорации, в нашей организации. У нас корпорация большая, у нас направлений очень много, и мы стремимся к тому, чтобы наши сотрудники росли внутри организации. Опыт работы желателен, но не обязателен. Необходимым навыкам обучить за счет организации в кратчайшие сроки. Для успешного трудоустройства необходимо лишь умение общаться с людьми, грамотно устно и письменно изъясняться и пользоваться компьютером. Профессия непростая, и надо сказать, что нигде этому не обучают. Поэтому у нас есть, конечно, свой внутренний корпоративный университет, вот, но у нас такое быстрое обучение. Здесь, вот совместно с УЛГУ, у нас будет обучение, которое длится 144 часа, за время которых соискатели и будущие наши сотрудники изучат нормативно-правовые акты, да, документацию, познакомятся с регламентом работы, со спецификой работы, изучат государственные муниципальные услуги. Услуги, пройдут тренинги по клиентоориентированности. После прохождения трехнедельного бесплатного обучения в рамках нацпроекта «Демография», помимо работы, все ученики получат документ о повышении квалификации. Далее новоиспеченным специалистам МФЦ предстоит сам процесс работы. Это консультирование заявителей по вопросам получения государственных и муниципальных услуг, а также помощь с оформлением документов. Я стою на учете в центре занятости. Меня сюда направили на обучение. Сегодня вот познакомились с этим замечательным залом. Мне очень понравилось. И надеюсь, что пройду обучение, буду здесь работать. Руководство, в свою очередь, за добросовестный труд обещает стабильность работы в государственном учреждении в любом районе города, зарплату от 25 тысяч и выше, с возможностью карьерного роста, а также постоянное профессиональное развитие. Записаться на собеседование можно по телефону, указанному на экране. Алина Тихонова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.